В Иванове заложили детский сад. Именно здесь, в педагогическом переулке, в скором времени появится новое детское и дошкольное учреждение. Глава города приехал лично, чтобы проконтролировать ответственный этап начала строительства. Детский сад на 60 мест. Вот сейчас только мы присутствовали при закладке первых блоков фундаментных. Практически закроет потребность вот всего этого района для детей в возрасте от полутора и старше. На строительство из бюджета выделено более 56 миллионов рублей. По проекту детский сад будет рассчитан на три группы для детей от полутора до 7 лет. На первом этаже будет располагаться ясельная группа в количестве на 20 человек. И будет располагаться средняя группа детишек от 3 до 5 лет. Также на первом этаже предусмотрено подсобное помещение в виде медицинского пункта, образовательные комнаты и игровые. На втором этаже будет группа для самых старших ребят. Также здесь оборудуют актовый зал, где малыши смогут заниматься музыкой, зал для занятий спортом, компьютерный класс и кабинеты педагогов. Подрядчик уверяет, детский сад откроет двери для своих юных постояльцев уже в конце следующего года. Полина Панасицкая, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.